Короткое резюме. Первый тайм полностью провалили. Настраивали совершенно на другой футбол. Второй более-менее начали играть после пропущенного гола. Знаете, невозможно на одной самоотдаче вылазить. Надо еще и футбол играть. Понимаю, результат давлеет над командой, но все это отговорки. Нельзя до игры выходить обосравшимся. Короткое резюме. Вопросы будут? Да, у вас на скамейке достаточно много опытных футболистов. Считаете, что они не готовы с первых минут играть? Вот после выхода как раз Гаглоева и Емельянова игра изменилась. Ну, счет уже был 0-1, не в нашу пользу. Поэтому я понимаю, соперник отдал инициативу, и нам стало гораздо легче. У нас есть тренировочный процесс, где ребята работают, и мы выбираем состав на игру. Знаем сильные и слабые качества, кто-то может усилить, поэтому выбрали такой состав. Во втором тайме после замен состав явно стал очень атакующим. А не было желания с первых минут Но я еще раз говорю, я понимаю вопрос. Мы знаем, что Арсенал самая прессингующая команда. Они не давали дышать. И когда мяч указывался у нас, мы принимали неверные решения. Надо быстрее выходить из-под прессинга в 1-2 касания, мыслить быстрее. Поэтому непонятно, если бы мы выставили такой состав, другой.